Друзья, приветствую вас. Сегодня мы с вами пробежимся по объектам, которые вы меня просили показать. И первый объект, в котором я нахожусь, это моя квартира. Я проходил мимо, решил обратиться к бригадиру. И, в общем, мне дали разрешение подняться в квартиру и посмотреть, как она выглядит. И сейчас я вам ее покажу. Я нахожусь на балконе. Раньше он был застеклен, но сейчас все балконы выглядят одинаково, и я только за, чтобы не было голубятни. Это окно во вторую комнату. Здесь у меня уже есть стяжка пола. Эта бригада ремонты в комнатах не делает. Они, по идее, должны сдать дом уже в этом месяце, но, как сказал бригадир, они не успевают. И потом, возможно, зайдет другой подрядчик и сделают ремонты во всех квартирах. Очень будем на это надеяться. Здесь должна быть входная дверь, вот здесь. Покажу вам. Как вы помните, 2 года назад, чуть меньше 2 лет назад, я заходил в эту квартиру. Здесь была выломана дверь. Мародеры уже ее зачистили. В общем, у меня эмоции зашкаливают сейчас, потому что я не ожидал, что я попаду в свою квартиру. Да, посмотрите, стяжка пола уже сделана здесь. И это радует. Здесь должен быть туалет, затем ванная. Это кухня. У меня на канале есть видео, когда я захожу в квартиру, и она выглядит просто ужасно. Да. Моим эмоциям сейчас нет предела, вы не представляете, как я рад спустя почти 2 года подняться к себе в квартиру. Здоровски. Да, мои комнаты были удлинены, так как лоджия была закрытая, но сейчас по проекту все балконы должны быть открытыми. Я очень надеюсь, что получу свою квартиру уже, может быть, до конца этого лета. Да, как мы видим, работы по восстановлению все еще продолжаются. Фасад соседнего дома 5-этажного уже тоже восстановлен. Я очень счастлив попасть к себе в квартиру. Даже не ожидал, честное слово. Кстати, уже установлены газовые счетчики. Да, это газовые трубы. Все в процессе восстановления. Как же я хочу, чтобы уже быстрее они закончили. Ой, класс. Эти трубы будут обшиваться, прятаться при входе.
Балкон у меня 6-метровый, длина его 6 метров. Класс. Здесь можно в первой половине дня загорать. Итак, друзья, я уже выхожу на улицу. Сейчас покажу вам фасад дома. Конечно, моим эмоциям нет предела. Я такой счастливый, завал. Я очень рад, что мне позволили зайти к себе домой. Обалденно просто. Да, дом, конечно, выглядит шикарно. Посмотрите, как выглядит фасад. Здесь еще будет приводиться в порядок двор за моей спиной. Все будет красиво, так как они умеют делать. Детская площадка, скорее всего, будет за домом. Там у нас была старая детская площадка. Возможно, и даже спортивная площадка будет здесь. Я очень тоже на это надеюсь. Дом выглядит обалденно. Класс. Несмотря на то, что все еще в процессе восстановления. Так выглядит торец дома. С этой стороны моя кухня. Класс. И сейчас покажу вам другую сторону дома. Здесь еще ведутся работы по фасаду. В общем, друзья, я очень надеюсь, что, как я уже сказал, может, в конце лета, пусть даже осенью, но я получу обратно свою квартиру. Я очень на это надеюсь. Вот такие красивые муралы появились на домах в центре города, в районе Тысячи мелочей. Отсюда видны еще два мурала на этом доме и чуть левее. Это перекресток проспекта Строителей и проспекта Ленина или проспект Мира. А вот еще один. Крепче стали.